Привет-привет, друзья! Вы на канале Белый Ёжик, с вами Дмитрий Little Nightmare. Ношусь я по покоям хозяйки в поисках выхода. Но я думаю, что выход откроется тогда, когда здесь будут стоять две недостающие статуэтки. У одной подставочка в форме круга, у другой в форме квадрата. Все просто. И та статуэтка, у которой подставка в форме квадрата, даже известно, где находится. Только непонятно, как ее взять. Если ее взять, то тебя просто расплющит потолок. И куда бежать? Рядом с хозяйкой, конечно, лежит ключ. Но как его взять? Этот ключ. Она просто душу из меня вынимает, когда меня видит. Нет, я близко к ней не подойду. Нет, 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 нет. От нее лучше держаться подальше. Не знаю, может этот глобус как-то посветить на него? Нет? А, смотри-ка. Я могу его крутить. Только что это мне дает? Это меня, наверное, просто только отвлекает от поисков выхода. Блин, ну вот там есть библиотека, там есть стеллаж, который, ну, точно должен двигаться. Только я не пойму, как он двигается. Как его задвигать? Что нужно сделать, чтобы он двигался? Вот. Но явно здесь пол вот исцарапан. Он уже не один раз просто выезжал. Но я не могу его ни толкнуть, ни подтащить к себе. И гномов как назло нету, а? Вот когда не надо, они появляются. Когда надо, их нет. Если бы мы собрались так в десятером, мы бы точно этот шкафчик сдвинули. Может быть, если долго-долго-долго стараться. Нет, черт побери. Здесь какая-то тайна. Здесь точно какая-то тайна. Может быть, поподтягиваться? Небольшая тренировка нам не помешает. Хотя сила, наверное, здесь... Вот есть знаки. На каждом стеллаже есть знаки. И как бы... разные. Может быть, это что-то? Может, это что-то? Может... это что-то или не что-то. Кстати, книжка. Она лежит на месте. Я ее в прошлый раз притащил, но когда я ставил статуэтку, ее уже там не было. Она снова здесь. Чудеса. Гномы, наверное. Или как они? Гномы. Не знаю, полезу еще раз наверх. А что делать? Надо же что-то делать, не стоять же просто так. Бери лестницу, толкай ее сюда в бок и все. Сейчас полезем. Хотя постой. Вот здесь точно ничего нет? Ну точно ничего нет. Зажигай свет. Ну коробки. Вот не просто так же эта книга здесь. Но не просто так. Так, чудеса, чудеса, чудеса. Не знаю, может быть... Mm.
А если... Постой, а ну-ка эту книгу ты вы... Да, сможет. Брось. Вот эта книга. Вот, вот. Не зря же я за ней так далеко ползал. Что-то сработало, какой-то механизм, я слышал. Я точно слышал, открывай дверь. Нет, смотри-ка, ну не может он открыть ее. Хорошо, если... Иди отсюда. И если, например, ты... Вот. Нет. Где-то еще должны. Вот, похоже, здесь. Или мне только так это кажется? Наверное, нет все-таки. Вот эта вот книга, у нее корешок, половинка маски. Это точно откуда-то книга. А ну-ка, постой. Вот здесь. Хотя сюда, наверное, должна вот это подойти. Вот. Заработало. Открыли. Статуэтка. Статуэтка в форме квадрата. Подожди. Статуэтка в форме квадрата. А у меня же статуэтка в форме квадрата стоит под опускающимся потолком. Чё-то здесь не то. Но побежали. Подожди, подожди, подожди. А, наверное, наверное, нужно просто вот эту статуэтку поставить на место той. Я, конечно, сейчас проверю. Блин, совсем выдохся. Терпи, терпи. Да, побежали назад. Побежали назад. Вверх, вниз, вверх, вниз. Да что же это такое? Так и сердце остановиться может. Фух, проси. Брось, брось. Брось. Сейчас отдохнем чуть-чуть. Все, ты готов? Ой-ой. Все. Все замечательно. У нас в руках та статуэтка, которая нужна. Так а где достать другую? Ну, а другой, я думаю, уже подумаем чуть позже. Все, мне можно идти. Черт, забегали, забегали эти черныши, черныши, тени, тени или кто это такие? Но они как бы мне неприятностей особых не доставляют, просто суету наводят, отвлекают, наверное, от чего-то. Кто выключил свет?
Хозяйки нет. Она ушла. Вот что. Тогда берем ключ. Так, ты это того. Что это такое? Держи фонарь. Смотри-ка, они боятся света. Они... С этой стороны? Ну вы что? Ничего себе. Но эффект такой же, как будто меня хватает хозяйка, да? Направляй фонарик с помощью стрелок. И как это будет выглядеть? А, вот как. То есть более точно и прицельно. Хорошо. Квесты закончились, начинается экшен, да? Ну, поехали. Не, ну так намного проще, конечно, если фонарик более прицельно держать. Так, откуда ты появляешься? Алан Уэйк. Все, смотри-ка. Ну. Вперед за ключом, малец. Так, вот одна беда, мы не сможем с тобой достать фонарик, да? Если кто-нибудь нападет, надо будет срочно бросать ключ, хватать фонарик. И все. А может, никто нас и не тронет? Смотри-ка, бежит, бежит, бежит. Но эти как бы безопасны. Они безопасны. Наверное. На первый взгляд. Так. Подожди, без света нам здесь делать нечего. Без света нам здесь делать нечего. Ага. Так, ну в общем я сразу к стрелочкам. Сразу правая рука потянулась к стрелочкам, потому что я чувствую, сейчас будут нападать. Будут нападать. Вот уже появляется. Первые претенденты. Ну что ты? Дверь, рычаг. Все понятно. Все понятно, как только достать этот рычаг. Слушай, подожди, может быть. Ну. Ай-яй-яй-яй-яй, фонарь из рук не выпускай. Направь. Блин. Ну хорошо, что недалеко. Что выглядываешь? Куда побежал? Так, ну этот. Этот развалился. Стул. Брось фонарь в руки быстрее. Да что ж такое? Раз. Где другой? Его нет. Два. Брось. Блин, брось. Блин, снова вылазит, да? Не бесконечно вылазит. Я не успеваю даже стул взять.
когда-нибудь закончится или нет? Хватай стул. Да что же... Да ничего себе, как так? Неужели закончились? Неужели? Нормально. Просто нужно было всех до единого изничтожить и все. Так. Фонарь включай. Так, понятно. Жги, 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 жги. Готов. Этот прячется здесь, но здесь я не пройду. Здесь я не пройду. Готов. Ничего себе. Двое. Лестница. Фонарь, фонарь, включи фонарь. Без фонаря сейчас, наверное, просто никуда. И что? И что? Если... А ну-ка, иди сюда. А, ну похоже... Похоже куда-то сюда. Главное, чтобы эта досточка не переломилась под нами. И зачем мы сюда зашли? А, вниз спрыгнуть, да, наверное? Ну, наверное. Наверное. Прыгай вниз. Отлично. Так, начинается. Что это за вертушка? Если есть вертушка, значит ее обязательно нужно крутить. Ага, просто открываем дверь, да? Просто открываем дверь, и нам сейчас будут эту дверь мешать открывать. Конечно же. Блин, 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 ну... Почему так неудобно? Хватайся, крути, крути этот вентиль. Крути, 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 крути. Идут, 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 идут. Брось, беги. Эх, не хватает еще одной пары рук, а? Было бы как бы замечательно и просто. Ну, кто еще? Готов. Бросай. Хватит, не жадничай. Свет включи. Вертушки быстрее, 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 быстрее. Хватай этот вентиль. О, она почти закрылась. Она почти закрылась. Бросай. Да зажги ты этот фонарь. И главное, от вертушки, наверное, не надо далеко отходить. Наполовину, наполовину. Тащи, 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 давай. Побежали. Беги, 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 прыгай, делай, что хочешь. Главное, главное, беги. Все, ничего себе. Ух.
Вот это да. Так, спокойно. Нет, ну я бы на твоем месте, наверное, сильно не музицировал, потому что... Кто его знает, кто услышит. Так, ну комната выглядит такой, пустой. Вот зачем-то ваза здесь нужна? Может там что-то есть? Так, хорошо, ладно, здесь. Значит, здесь что-то есть. Статуэтка. Статуэтка здесь есть. Вот что здесь есть. Хватай ее. И что? Хватай ее и что? Куда мы дальше с тобой пойдем? Дверь-то закрыта. Кнопки нет. Что делать? Слушай, ну даже не знаю. Открылась. Барная стойка открылась. И что там? Ну просто бутылочка, понятная. Очередная чивочка. Как мне открыть дверь? Вот в чем вопрос. Ну, назад я не хочу. Назад я не хочу. Не знаю. Может, как-то на что-то посветить? Непонятно. Выше не залезу. А ну-ка, постой. Я думаю, что его коротит так? Вот чего, да? Хватай. Ну все. Дорога, в принципе, свободна. Наверное. Кто его знает, конечно. Где эта хозяйка бродит? Ну, надеюсь, не здесь. Третья статуэтка. Ты подыми, подыми, разобьешь такую ценную штуку. Ставь ее. Дверь открыта. А вот теперь меня начинает это беспокоить. Вот эти вот зеркала разбитые. Это прям сразу ощущается присутствие этой хозяйки. Не знаю, может свет включить. Какое-нибудь зеркальце мне бы не помешало найти. Сюда я даже заходить не буду. Оку, ничего себе. Я думал, это она стоит. А вот и она стоит. Вот и она. Слушай, ну, я думал, она молода, а она
такого преклонного возраста. Слушай, подожди. Смотри-ка, он как будто упирается во что-то. В экран, наверное, монитора моего. Это как-то жутковато. Слушай, а давай, наверное... Наверное, не получилось. И теперь давай беги. Давай, наверное, беги со всех ног. Правда, куда бежать? Куда глаза глядят? Она рядом? Блин, я это самое. Стоп. Неужели сюда? Что дальше? Вот это тупик. А это бутылка. Ну, зато сохранялочка. Я теряю тебя. Серьезно, что ли? Чего ты меня теряешь? Так, а куда же бежать-то? Может, сюда? Ну, она просто со мной играет. Кошки-мышки. Ну, где-то рядом. Блин, здесь... Ай, и что? Ручка. Как допрыгнуть до ручки? Не знаю. Зеркало. Дверь открылась. Но это я уже ничего сделать не могу. И что? Подожди. И что, я теперь этот гном, что ли? Не понял. Всего происходящего не понял. Это похоже, вот это что? Это одежда. Это одежда, которая была, наверное, на мне одета, да? То есть что? Каким-то образом она превращает вот в это вот чудо меня, что? В общем, не знаю. Я думаю, что когда-нибудь это все откроется, что здесь происходит. Это, наверное, не последнее дополнение, поэтому... Что там на самом деле произошло шестое, что вот с этим беглецом? Так, ну и хорошо, что же мне делать? Да ничего не делать, просто бежать и все. Куда глаза глядят. А, это, ну, это место знакомое. Здесь когда-то я бегал с этим желтым плащиком. Только я не пойму, куда мне идти. Какая цель? Какая моя цель? Просто спрятаться, уйти и все. Забавно. Давай сюда.
Да уж. Так и высоко и подпрыгнуть не могу. Опс. Слушай, а не то ли это место, где меня шестая, то есть не меня, а гнома, она съела? Ну, вполне возможно. А что мне делать? А, то есть я уже делать ничего не могу. Да, гномик, беги. Сейчас придет желтый плащик, и она не выберет колбаску. Она выберет тебя. В общем, как-то все запутано, но вместе с тем между собой как-то связано. Мы еще встретимся, открыто достижение. Но это финал. Финал этого дополнения. Ну что ж, я думаю, что когда-нибудь эта история все-таки раскроется полностью. И все станет на свои места. Кто, что, зачем, почему. Ну, спасибо, что смотрели меня. Пока-пока и до новых встреч.